Здравствуйте, уважаемые зрители. Очень редко мы стали появляться. Сейчас выкладываю видео, наверное, ну где-то у меня получается, наверное, раз в неделю. Раньше выкладывала почти каждый день. Но это мне тоже кажется как не очень нормально забомбить так все своим видео. Вот, а почему? А потому что у нас, как у всех деревенских, оказались проблемы с интернетом. Да, у нас есть, у нас здесь его, ну, совсем мало бывает, интернета. Но это проблема решаемая. Нужно просто подобрать хороший для нас вариант. И все у нас наладится. Поэтому сейчас получается загрузить видео только, ну, раз в неделю, когда мы приезжаем в город. Мы победим эту проблему. Мы знаем, какая связь нам здесь нужна. Остается просто только приобрести интернет именно какой-то определенный. Ну, когда мы бываем в городе, вообще не до этого. То есть было сейчас очень некогда. А так скоро у нас наладится. Так, сейчас я покажу, какую сушилку придумал муж на этот раз. Вот у нас что. Такая. Внедорожниковая сушилка. На, держи, Слад. Только тихонечко, аккуратненько, чтобы не было. Мам, можно я заново? Я пальцем вот так кран. Ничего, ничего, ладно, пока. Держи так, аккуратненько, понял? Ой. Видно? Да. Тихо, 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 тихо. Вот подняться хочу. Стой тогда аккуратно, смотри, не шевелись, понял? Понятно. А ты назад наступишь? Не вещи тоже вот снимать. Вот раз. Там арбузы, как будто их кормили последний раз в том году. Мне куст показывать? Да нет, не надо. Сегодня вечером не пошла с ними гулять. Нас не было здесь, мы приехали из города. Поэтому они орут. Как будто ели. Давно. Так, ну вот так у нас прищепок мало здесь. Ты там кого показываешь? Рафаэля? Ой. Угу. Я белье показываю тут. Белье ты показываешь? Да, как ты снимаешь. Как ты их делаешь. Вот такая у нас пошла. Рабочие вещи все. Краска. Дети красили трубы. Сейчас покажу, какие трубы. Мне к ним идти. К трубам? Да. Ну давай, иди, покажи. Это вот, у нас будет... Вот такие трубы. Вот такие трубы, да. Это для... у нас будет чтобы пристройка, да? Чтобы, да, чтобы проводить газ. Чтобы проводить газ. Воду сюда подвести. У нас здесь будет что? Кухня, ванна, туалет. Давай покажем. Вот так вот. Дом хочешь показать? Дом? Ладно. Трубы, конечно, нужно выравнивать, но да. Пробурили дырки. Вот такая у нас будет территория пристройки. Там, конечно, будет намного удобнее. Так, теперь давай берем блинчики и бегом домой без штанов. Давай, а то холодно. Вот так, вот так, вот так этот человек замерз уже. Пока. Пока. Вот такая у нас сушилка. Все нормально. Все. Три богатыря тащат сено. Рафаэля, ты где? Папа там накосил, они перетащили. Давай, 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 тащи. Давай, 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 давай. Ну, давай. Нет? Ты там. Разбежались. Объезжаем. Объезжаем железку. Ну-ка. Молодцы. Молодцы, ребята, поехали. Вот так мы используем детский труд в деревне. Вот так вот. Что, Ме?
Не, не пойдем, девчонки, гулять. Все уже. Время много, сейчас доится скоро. А? Что? Закутывать в эту? Давай, давай, раз. Тихо, тихо. Так, не баловаться с вилами, аккуратно. Здесь наш Дэнни щебенку насыпает, трудится, молодец. Ого! Давай до колен. А так плохо резкость. Давай. Нет, давай так, как ты, опять. Только еще раз. О! А на это место обязательно падать? Это так задумано? Это гол через себя. Гол через себя? Да. Молодец. Давай последний разок и все. Не отбил? Еще? Нет. Нет? Давай. Не, не так, да? Нет. А 9-метровый клеш. Ну. Нет. Опять нет? Ну ладно. Ребята устроились. Привет. Привет. Здорово там. У вас там комнатка на порожках, да? Все, иди на место. Молодец. Так, сейчас покажу наш второй этаж. И заодно покажу, зачем я сюда, собственно, иду. А пока вот так вот. Тут что-то муж пилил. Насыпано. А, он пилил. Вот здесь вот была такая балка, но она несущая. И, конечно, это было не нужно, потому что когда спускались, лбом могли туда. Так. Вот здесь что у нас происходит на втором этаже? Яйца. Яйца самое главное. Это второй этаж. Вот, здесь у нас еще будет две комнаты. Муж уже начал утеплять. У нас идет двойной слой минваты. Потом сверху опять будет USB. Вот, еще кое-где. Не кое-где, а вот эти дырки заткнул от крыши. Вот, сейчас он там бетонирует. Потом будет опять доделывать. Здесь. Чтобы уже бардак на первом этаже у нас убрался. Нас нужно переселить всех сюда. И там, конечно, много места освободится на первом этаже. А то мы сейчас там все у нас в куче. Так, и как раз покажу, чего я, собственно, сюда иду. Так. Это яйца. Это яйца, это утиные. Это утиные нас от мускусных все время не выговаривает от мускусных уточек. А внизу, а под низом индюшины. Конечно, уже не надо бы закладывать. Уже июль идет, но уж очень хочется. И поэтому я все-таки сделаю последнюю закладку. Я думаю, на хорошем корме, на пурине, все у нас будет замечательно. Так, и вот что еще у нас тут новое. Я иду доставать. Это.
Здесь я осталась без привычных мне вещей, без инкубаторов. Ну, вот такая у нас ситуация. Поэтому я заказала новые. Это пенопластовый. Это пока пенопластовый. О, несушка, наседка. Никак не запомню. Господи, несушка. У меня был... Я делала закладки, у меня есть видео. Тот инкубатор у меня был тоже несушка, но он был на 63 яйца. А этот инкубатор я заказала побольше, он на 104 яйца, потому что как бы его не ругали, не возмущались, и я как бы не особо замечательного мнения. Хочу добавить, что я заказала еще нормальный один инкубатор. Когда он придет, я, конечно же, покажу его. Ну, для меня это прям вообще такое событие. Хотя он и небольшой. Он будет тот другой на 180 яиц. Но он хороший. Вот, а пока я заказала пенопластовый. Он мне уже пришел на 104 яйца. Потому что, как бы не ругали, но все-таки он очень выручает. В каких трудных ситуациях, на крайний случай, можно и сюда положить, если что-то уж совсем не помещается. Потому что, когда бывает пик, вот этот вот прям самый апрель, май, июнь, переполнил вообще все инкубаторы, которые только есть в доме. Вот, и поэтому я взяла на 104 яйца. И здесь замечательно выводить мускусную утку, потому что здесь можно брызгать их и полоскать, и купать эти яйца сколько угодно и как угодно. Вот. Потом распечатаем, покажу. Назад. Это мой сыр, который я сделала из уксуса. Заквасок у меня еще здесь не было в деревне. Ферментов. Вот, а сыра очень хотелось, поэтому я стала смотреть в интернете. Помню, что как-то давно натыкалась на такое видео, где делали из уксуса. Вот. А как подробности вообще не могла вспомнить. Нашла видео. Сделала сыр. А сыра очень хочется. И, ну, хотя бы такой простой, это все равно очень вкусно. А вот здесь сыр солится уже. Вот такой мягенький, такой упругий. Вот. Такие кусочки. Это был такой один длинный такой. Вот здесь это уже мы употребляем. Все равно вкусно. Без всяких наворотов, но все равно это вкусно. Когда свой продукт из козьего молока. Я здесь, чего ты? Что? Наконец-то залили столбики цементом. Теперь они будут сохнуть у нас неделю или две. Сколько папа сказал? Неделю. Неделю. И туда идет уклон. Поэтому эти столбики большие по высоте. Подождем недельку, и нужно по-быстренькому колотить эту пристройку, чтобы уже проводить нам сюда воду, чтобы мы не бегали на улицу. Самое главное, газ. Будут подводить нам сюда. Чтобы был там на плите огонь. Что? Каждый раз показываю вот это красивое небо.
Потому что каждый раз любуюсь вот этим всем сама. Это очень красиво. Вот это очень красиво. В городе такого не бывает. В городе такого не увидишь. Это видно только в деревне. Всего вам доброго. До свидания. Пока.